О, привет. А я тут это, мимо проходил, смотрю, повестка тебе в военкомат. Я тебя сейчас этой скалкой зарежу! Ладно, ладно. Вообще-то я могу тебя отмазать. Как именно? А, так у меня сестра в военкомате работает. Ну как работает? Работала 10 лет назад. Давай к сути. Мы можем вот эту штуку, так сказать, тебе, ну, в жопу. Я не понимаю, ты бредишь, что ли? Ну или пол можешь сменить. По своей грязной фантазии. Тогда 20 миллионов рублей. Тебе давно пора домой. Ладно, я договорюсь за 150 тысяч. А! Ну, слава богу, ты не жаден, а просто охреневший, сбрендивший говноед. Чё это говноед сразу, а? Хорошо, 50 тысяч. Нет. 5 тысяч. Сука, 500 рублей. Хорошо. О, ты пока присядь, я уже все придумал. Как же ты все это придумал? А, это большая тайна. Назови. И в чем же состоит его тайна? Бля. Тайна в том, что без этой штуки никак, брат.